Вот девушка красивая с работы поздно вечером, шагает через парк совсем одна, никем не встреченная. А за кустами спрятался в заранее расстегнутых штанах расстроенный психически настроенный критический маньяк. И девушка все к месту роковому приближается. Рыжая у маньяка все сильнее искривляется. И тяжело расслушает дрожание потеющей руки. Но дальше мы не будем фантазировать, пожалуй, мужики. И все ж противней этой твари озабоченной тот человек, что едет в пробке по обочине. В кабинете городской администрации приемная чиновника Российской Федерации. И в ящике стола уже скрывается полученный откат за только что подписанный с большими нарушениями контракт. И рожа у чиновника все шире разъедается, ненависть народная все выше поднимается. И новости мы смотрим, периодически сжимая кулаки. Ведь так до революции, пожалуй, что недолго, мужики. Но все ж противнее, чем от них рефлексы рвотные, от тех, кто прямо едет с ряда поворотного. Врач работает в районной поликлинике, но что-то он хранит в своем специальном холодильнике. И перед операцией сует бумажку, чтоб ты подписал, которую, походу, с Мефистофелем он вместе составлял. И вот уже рука зловещая со шприцем тянется. Кому-то почка новая, наверное, достанется. И страх уже пронизывает вас почти от мозга до костей. Но в жизни нам встречаются порою персонажи пострашней. Как те участники дорожного движения, что красят губы, набирая сообщения.